Всем привет! Сегодня у нас ничего сложного, сегодня у нас просто элементарная вещь. Вот такие вот трубочки с вами сделаем с начинкой. Приготовить их можно из чего угодно, подойдет на завтрак, на перекус. В общем, очень просто, быстро, легко. Давайте сделаем. Нам для этого понадобится сыр. Я буду использовать два вида сыра. Здесь вообще не принципиально, 100-150 грамм, в общем, берете на глаз, в зависимости от того, сколько у вас лавашей, какого они размера, там уже смотрите сами по месту. Также буду использовать два вареных яйца вкрутую, их тоже натираю на крупную терку, как собственный сыр. Добавляю сюда либо сметаны, либо майонеза, можно добавить чуть горчички, можно добавить соуса, можно кетчупа добавить, зеленушка любая по вкусу. В общем, все, что вам захочется, сюда можно положить. Все это хорошенечко перемешиваем, чтобы масса вышла такая слегка клейкая. Если она у вас суховата и рассыпается, добавьте немножечко туда еще какого-нибудь соуса. Также я буду использовать колбаску, и здесь у меня куриное мясо. Просто было обжаренное куриное мясо со специями. Можно использовать вообще сосиску. Нарезаем лаваши примерно вот где-то 10 на 15. Как вам удобно там будет разрезать и какого размера вы хотите трубочку. Немножечко намазываем туда яично-сырной начинки, выкладываем мясную, можно сюда порезать, опять же, либо положить кусочек сосиски. Я сверху еще немножечко домашние аджики на колбаску, скручиваем трубочку. Это все мега быстро. В общем, завтрак готовится минут за 10. Накручиваем целую горку таких трубочек. Я накрутила так, чтобы впритык у меня на одну сковородку получилось. И теперь взяла яйцо, добавляю немножечко молока. Молоко нужно для того, чтобы размягчились лаваши, и они у нас потом не получились дубовыми. Буквально там грамм 35 на одно яйцо будет достаточно. Можно немножечко посолить еще яйцо. Обмакиваем в яйцо наши трубочки и выкладываем их на раскаленную сковородку. Можно ее немножечко смазать растительным маслом. Поджариваем их хоть с двух, хоть с четырех, хоть с трех сторон, как вам будет удобно, как они у вас будут влазить. У меня они где-то с трех сторон, по-моему, я их поджаривала в этот раз. Они получаются очень сытные, быстро-быстро готовятся, нравятся всем, приготовить можно с любой начинкой. Главное, не заморачивайтесь с пропорциями, сколько чего получается, столько вы и положите в эту начинку. Ничего у вас лишнего не останется никогда. Дерзайте, это все очень быстро. С вами, как всегда, был Кекс, до новых встреч, пока-пока!